Привет всем! Сегодня у нас четвертый выпуск, и мы продолжим собирать новый альбом Панини 2019 года к мультфильму «Леди Баг и Супер Кот» и откроем очередные 7 пакетиков с наклейками. Пока что заполняемость у нас очень-очень хорошая, и надеюсь, что сегодня у нас также будет не так много повторок. Альбом отличный, на днях у нас вышел обзор на также отличный альбом, очень-очень красивый «Принцесса Дисней». Кто не видел, смотрите на канале, ссылочка будет в описании. Действительно, очень красивые наклеечки в этом альбоме были. Ну, «Леди Баг» тоже неплохо, особенно для всех фанатов мультфильма. Отличный коллекционный набор. Ну что ж, давайте приступим к клейке. Вот такая вот у нас первая наклеечка. Это номер 116. Посмотрим, была ли она у нас уже до этого. Честно говоря, я не припомню. Но сейчас мы проверим. Номер 116. В «Принцессах Диснея» было очень много блестящих стикеров. Я такого раньше еще не видел, но вот настолько большого количества, вроде бы даже больше, чем половина, были блестящие стикеры. Ну, здесь вот у нас сейчас раздел про супергероев в действии. Номер 116. Здорово, что это не повторка. И сразу же вклеиваем наш альбом. Итак, следующее у нас... Очень красивая наклейка, да, с Леди Баг, Суперкотом и Алей. Переодетый номер 115. Мне кажется, такой наклейки тоже не было. Нет, не было, да, здорово. Ну что ж, прям везет нам на пока что на наклейке. И очередная наклейка пополняет наш альбом Панини. Мультфильм невероятно популярный, да, сейчас идет третий сезон, вообще это французский мультфильм, идет третий сезон, и вроде бы, говорят, будет их 5, у нас тоже в доме есть фанат этого мультфильма, номер 160, и это у нас, да, это у нас как раз среднего разворота наклейка, да, номер 160, и мне кажется, такой у нас тоже не было, ну, сейчас мы проверим. Да, такой им наклейки у нас не было. Здесь у нас всякие разные герои мультфильма превратившиеся. Ну, которых захватила Акума. Номер 160 у нас. Так, иногда не очень хорошо. Вот такой блестящий стикер. Номер 160. Ну что ж, пока что все очень-очень идет хорошо. И это у нас написано Audi Matrix Надя Шамак. Ну что ж, далее у нас 5 наклеечек в пакетике. Следующая наклейка у нас это, наверное, «Пейзажи Парижа». Есть такой раздел, и мне кажется, это как раз-таки и повторка номер 104. Посмотрим номер 104. А да, к сожалению, это повторка. Это как раз колледж, в котором у нас наши герои обучаются. И вот такая вот «Леди Баг» на... В полях тетрадки номер 35, таких наклеечек у нас уже было много, и шанс, конечно, что это не повторка, маленький, да, к сожалению, повторка. Ну что ж, вот в первом пакетике сразу 2 повторки, ну, повторок будет становиться все больше и больше, поскольку, конечно же, чем дальше мы вклеиваем наклейки, тем сложнее уже найти не повторки. Ну что ж, мы продолжим искать наклейки, и вот такой, мне кажется, не было у нас еще первая наклейка в этом пакетике. Вот такая вот симпатичная «Леди Баг и Супер Кот» на красном диване, 95 номер. Это у нас из раздела про новости Парижа, Аля, и здесь у нас 95 на телевидении. Такой наклейки еще не было. Итак, далее у нас Маринет с семьей, с папой, с мамой. Мне кажется, именно эта наклейка уже тоже у нас была. Номер 120, да, к сожалению, вот первая повторка во втором пакетике. Следующая наклейка, точно такую не помню, 147. Это у нас среднего разворота. Номер 147. Да, есть такая. Хроно Герл, Алекс Кубель. И вот она у нас здесь... пополняет наш коллекционный альбом. А следующая наклейка у нас уже собрана, да? Это номер 2, да, у нас вся наклейка первого разворота полностью собрана, поэтому это вторая повторка в пакетике. Ну что ж, следующая наклейка у нас
Адриан Сацом, номер 70. Номер 70, Адриан Сацом. И... Так, да, к сожалению, повторка. Ну что ж, видите, второй пакетик, 3 повторки из 5. То есть количество повторок все больше и больше становится. Ну что ж, откроем третий пакетик. Надеюсь, в этом пакетике все-таки будут только не повторки. И сразу у нас вот такая вот симпатичная наклейка Леди Баг с суперкотом номер 127. Такую я, честно говоря, наклейку не припомню. Номер 127, да, такой у нас не было, это как раз вот про приключения Леди Баг и Суперкота. Здорово. И еще одна наклейка пополняет наш разворот. Далее, вот такой вот классный блестящий стикер с Суперкотом, очень-очень симпатичный. Мне кажется, это как раз с новогоднего выпуска, нет, наверное, нет. Не помню, честно говоря, мне кажется, было очень похожее фон в новогоднем выпуске 121, где поет песню грустную Суперкот. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, это у нас номер 121, и такой наклейки у нас также еще не было. Здорово. Следующая наклеечка у нас тоже я не припомню. Это у нас снова номер 152. Я думаю, с серединного разворота наклейка. Мне кажется, такой у нас еще не было, да. И вот у нас очередной герой. Это у нас Сабрина Рейн Комплекс. Честно говоря, всех героев мультфильма не припомню, которые не основные. Итак, следующая наклеечка у нас только что уже сегодня была, номер 116. И вот она, повторка в первом пакетике. Номер 116. Да, это повторка в первом пакетике. Ой, в третьем пакетике первая повторка. И последняя наклейка с этого пакетика. Вот такая вот симпатичная Леди Баг. Номер 58. Честно говоря, не помню, была ли такая наклейка или нет. Да, к сожалению, была. И вот две повторки снова в этом пакете. Итак, четвертый пакетик на сегодня. Вау, сразу у нас блестящий стикер из Леди Баг и Суперкотом. Очень-очень красивый стикер, но такого у нас еще не было. Но такой можно и повторкой получить. Посмотрите, как классно выглядит, переливается. И очень красивый номер 15. Такого у нас, конечно же, не было. Мы бы его обязательно запомнили. Да, и у нас вот как раз в действии Леди Баг и Суперкот. Итак, номер 15. И очень красивый стикер пополняет нашу коллекцию. Итак, далее, мне кажется, сегодня уже была эта наклейка. Или это немножко другая, может быть, номер 114. Но в любом случае мы должны проверить, чтобы не пропустить ни одной наклеечки. Номер 114. Может быть, все-таки нам повезет. И нет, такая наклеечка уже у нас, да, была. И вот повторка. Следующую тоже не припомню наклейку, номер 80. Сейчас проверим, номер 80, и это у нас, да, те, кого Акума захватила героя снова. И это номер 80, она у нас не повторка. Здорово. Итак, снова у нас на телевидении 95-й номер Леди Баг и Суперкот. И такая у нас уже наклеечка была сегодня, да. И вот вторая повторка в этом пакетике. Очень много повторок. Видите, еще не было ни одного пакетика, чтобы было меньше двух повторок. А далее Амаринет номер 20. Стики. И такой я тоже не припомню наклейку. Нет, такой еще не было. Здорово. Очередная наклейка пополняет наш альбом. И вот снова две повторки у нас в нашем пакетике, да. Пока что самый худший был пакетик номер 2, там было 3 повторки, в остальных по 2. Ну что ж, открываем следующий пакетик на сегодня, уже 5-й. И снова вижу я блестящий стикер, вау, снова очень красивый стикер, 2 блестящих стикера, посмотрите.
очень классный блестящий стикер с суперкотом. Номер 12. Такого у нас еще, конечно же, не было. Мы бы его запомнили. Да, это у нас как раз вот глава. С одной стороны у нас Леди Баг, с другой суперкот. И, наверное, будет у Леди Баг точно такая же наклеечка. Номер 12 у нас. Отлично. Ну, в целом, заполняемость альбома очень неплохая пока что. И вот такая классная Леди Баг снова. Посмотрите, какой блестящий переливающийся стикер. Номер 25. Такого у нас также не было. Очень красивый стикер. Здесь у нас, да, специальные посвященные стикеры снова Леди Баг и Суперкоту. И наверняка с другой стороны будет тоже такой вот красивый блестящий стикер уже с Суперкотом. Номер 25 Леди Баг пополняет наш альбом. Далее у нас снова Маринет на полях тетради. Очень красивое фото. Наклейка. И мне кажется, такой у нас тоже не было. Номер 32 мы бы запомнили, да. И это снова не повторка. Здорово. Так, ну это у нас уже повторка. Много раз попадался этот герой. Очень мне симпатичен он. Много раз я видел эту серию с ним. Филин, да, 132. Директор школы. Забавная серия. Да, ну уже он у нас много раз попадался. И снова Адриан на полях тетради. Мне кажется, такой же тоже у нас был. Номер 41. Так. Да, к сожалению, был. Нам всего двух наклеек не хватает в этом разделе. Ну что ж, снова две повторки в этом пакетике. Откроем предпоследний пакетик, шестой на сегодня. Посмотрим, сколько будет у нас в этот раз повторок. И сразу же у нас собор Нотр-Дам де Париж. Номер 101. И уже он у нас несколько раз попадался. Номер 101. Да, к сожалению, у нас много раз уже попадался. И это повторка. Сразу за ним Лувр. И снова номер 102 у нас также есть. Ну, вы видите, уже две повторки, две наклейки. Далее у нас Адриан сидит на полях тетради, номер 43. Мне кажется, он у нас также уже был. Да, вот снова три повторки в седьмом пакетике у нас. Далее Хлоя, номер 122. Честно говоря, Хлою я не припомню. Номер 122, нет, смотрите, повторка, то есть 4 повторки. И может быть самый антирекорд у нас, номер 136, но мне кажется, нет, антирекорда не будет. Да, поскольку 136 наклейки у нас еще не было. Ну, видите, 4 повторки из 5. Интересно, сколько уже будет повторок у нас в следующем выпуске. Оп-оп-оп, подождите, надо наклеить получше. В следующем выпуске, поскольку... Ну вот, этот пакетик, конечно, у нас совсем неудачно вышел, целых 4 повторки. И последний пакетик на сегодня, друзья. Сразу видно блестящий стикер. Надеюсь, новый, да, точно новый. О, даже несколько блестящих стикеров, посмотрите. Хороший у нас пакетик в этот раз. Ну что ж, отличный стикер блестящий, номер 64. И это у нас номер 64, такого у нас еще не было. Наш сенсей, номер 64, отличная, блестящая наклейка, пополняет наш альбом. Далее у нас, также я не припомню такую наклейку, про Алю, номер 107, мне кажется, это не повторка. Итак, номер 107. Да, это не повторка и очередная наклеечка. Пополняет у нас раздел альбом Маринет. Снова у нас не повторка. Я не помню такую. Номер 148. Это у нас со среднего разворота. Один из героев мультфильма. Да, и именно его нам не хватает. Всего одного нам не хватает. Фараона, чтобы заполнить весь этот раздел. Так. Не получилось с первого раза. Ну, не так-то просто, да.
Вау, очень красивый, блестящий стикер с Леди Баг. И я такой тоже не припомню. 28. Очень красивый стикер. Вообще вот эти стикеры на этом развороте очень симпатичные. Да, и у нас ждет, очевидно, два блестящих, красивых стикера с другой стороны с Адрианом. Вау. Выглядит очень красиво. И снова последний стикер, блестящий стикер. И что ж, похоже, у нас этот пакетик последний оказался вообще без повторок. То есть все пять не повторки, и это здорово. Немножко скрасило нам прошлый пакетик, в котором было 4 повторки. Номер 161, ну посмотрим сейчас, может все-таки 161 у нас был. Номер 161, нет, не было его. Здорово, это у нас как раз разворот. И пополняет наклеечка наш альбом Леди Баг и Супер Кот. Ну что ж, друзья, таким был 4-й выпуск. Давайте посмотрим, сколько у нас повторок в итоге. Максимум у нас в одном пакетике 4 повторки из 5 было. Ну вот, достаточно много повторок, тем не менее. 10-15 повторок ровно. То есть ровно 3 пакетика у нас оказались повторками, но тем не менее 7 не такой плохой результат. То есть 4 пакетика из 7 у нас были не повторками. Ну, посмотрим, повезет ли нам в следующем выпуске и сколько нам попадется неповторок. Всем спасибо. Пока-пока.